Межрегиональный центр компетенции создадут в Чувашии. В конкурсном отборе участвовали 20 регионов. Наша республика попала в шестерку регионов-победителей. Помимо Чувашии, в конкурсе победили Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Московская области и Республика Татарстан. Эти регионы получат субсидии и в течение следующего года создадут у себя 6 межрегиональных центров компетенции по направлениям дизайн, сферы услуг, строительства, информационные и коммуникационные технологии, а также в области обслуживания транспорта, логистики, промышленных и инженерных технологий. В столице Чувашии центр компетенции по специализации автоматизации радиотехника и электроника будет базироваться в Чебоксарском электромеханическом колледже. В нем будут готовить молодых профессионалов для участия в соревнованиях рабочих кадров, в частности, мировом чемпионате в Казани в 2019 году.